Алгоритмы, мобильная разработка, сетевые технологии, искусственный интеллект, робототехника – все это смогут изучить югорчане. В округе создадут школу программирования. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве между властями региона и Сбербанком. Соответствующий документ был подписан во время рабочего визита губернатора Югры Натальи Комаровой в Москву, информирует окружной департамент общественных и внешних связей. Школа даст возможность людям старше 18 лет бесплатно получить востребованное образование в IT-сфере. Правда, нужно успешно пройти отборочные этапы. Кампус будет располагаться в Сургуте. Планируют обучать до 450 человек в год. Ожидается, что школа программирования откроется в начале следующего года. Как отметила Наталья Комарова, округ нуждается в кадрах по IT-специальностям.